Привет, дорогие друзья! Самара и самая большая площадь Европы. Площадь имени Валерьяна Владимировича Куйбышева. Памятник Куйбышеву у нас там стоит. И театр оперы и балета. И у нас тут такие скверы еще прилегают. Четыре сквера там вот еще. Вот за театром сквер и здесь сквер. Вот такая у нас площадь. А мы идем к Волге, по Вилоновскому спуску. Хотим вам показать, что у нас там еще есть. Вот куда смотрит камера, это колледж, школа Наяновой. Я извиняюсь, посмотри, пожалуйста, у меня хоть снимается? Снимается, нет? Да. А то солнце светит ярко, такое небо чистое. И я иногда снимаю, а у меня раз и не снимается. На этом месте стоял собор большой, кафедральный, которого было видно с Волги, когда проплывали, это еще в царские времена, когда проплывали корабли, то было видно этот собор. И они, дуду, ну, как сказать, приветствовали его. Если вы помните, на День России мы делали съемку, и на этом театре оперы и балета было великолепное шоу световое. Да. Смотрите. Прекрасное. Шикарное. Вот. Но при советской власти этот собор коммунисты взорвали, и вот такой вот построили театр. По-моему, даже из кирпича, который оставался от собора. Здесь у нас прекрасные скверики. Там туалет бесплатный. Там всякие рябины, елки, сосны. А березы какие красивые. Ну, там всякие инсталляции еще есть. Вот. Но это не Вилоновский спуск. Вилоновский туда дальше. Так что, а мы пойдем здесь. А мы же на Вилоновский хотели. Да. А что мы? Мы всегда тут почему-то спускаемся. Мы спускаемся здесь. На Вилоновский. Нам нужно... Я просто хотела показать еще Чапаевскую площадь. Площадь Чапаева и памятник. Там он уже, Волгу видно. Это у нас окружной... Культура рядом. Окружной дом офицеров. Вот это белое здание, бело-желтое. Институт культуры и искусства. Да, это институт культуры. Ну, пойдем по Вилоновскому спуску тогда. Сейчас перейдем на другую сторону. Здесь около АДО скульптурные композиции. Мы их показывали уже несколько раз. Смотрим. Стой. Остановит нам кто-нибудь, нет? Красный же. А, точно красный. Вот там уже видно Волгу. Здесь, в этом месте, в 10-м году, в 10-м же году или в 13-м, гонка проходила. В 12-м, по-моему. Или в 13-м, в 13-м. Вот такие здания. А тут уже понастроили вон. Пойдем. Видите, какие. Пойдем, маленький. Монументальные. Успеем. А мы сейчас пройдем мимо театра драмы на Вилоновскую и спустимся там тогда. Ну вот смотрите, такие скульптуры у нас тут стоят. Мы уже показывали их, но если кто не видел, вот смотрите, посмотрите еще раз. Матрос. А это летчик. Это матрос. Это институт культуры. Уже повеяло прохладой с Волги, с нашей родной, любимой русской реки. Так, еще вот так вот, вот этот летчик здесь. Летчик. А это солдат Первой мировой, надо полагаться. Посмотрите, какой здесь у нас есть
памятник интересный. Гусар. Воином 5-го гусарского Александрийского Ее Величества государни императрицы Александра Федоровна полка, с честью выполнившим свой воинский долг перед Отечеством от благодарных потомков. Вот такая вот. Самар городок. А это у нас драматический театр, академический драматический театр имени Горького. Если... Посмотрите, какие здесь интересные дома. Мы, правда, сюда не собирались заворачивать, но просто мы здесь редко бываем. Мы на Волгу ездим. Спускаемся вон там, подальше, около костела. Видите костел? Там шпиль костела. Слава героям! Вот такая вот... Вот кто сюда ходит? Я, например, даже не знала, что здесь такая доска памяти воинов. Посмотрите, какой интересный особнячок. И рядом, офигеть. Так, ну я особняки снимаю, вот эти вот офигенные. Так, ну вот мы дошли до площади Чапаева. Мы уже туда к памятнику не полезем по этим. Там, правда, дорожка есть. Ну понятно, я думаю, всем. Вот там осталась площадь Куйбышева. И вот наш драматический театр. Это институт культуры. И вот такой интересный дом. Посмотрите хоть на наши интересные домики, пока они стоят. А то... там вход в Ивельский монастырь? Нет, вот. С другой стороны. А здесь тоже есть. А вот эта колокольня Иверского женского монастыря. Есть ворота, да. Мы там ни разу не были, кстати. Видно здесь? Мне вот, например, ничего не видно. Посмотрим. Ради интереса. Птички вон в кустах. Ага, я думаю, кто там шебуршится. Смотрите, воробушки. Вот такой интересный дом. Здесь, по-моему, актеры живут, да? Я без понятия. Вообще не знаю. Мы вам не можем точно все сказать, потому что все меняется. Меняется постоянно. Каждый год. Вот пивзавод, мы вам сказали, что это родник. Не пивзавод. Да, ладно. Ой, родник этот, ликер-водочный завод. Смотрите, там коза на гербе. Видно, наверное. Вот и здесь коза на гербе. Ликер-водочный завод на Льва Толстого. Там у нас знаменитости наши. Ершова. Ну, я уже заговариваюсь, конечно. Свадебка вон. Вот. И уже там его нет. Всю жизнь он там был. Около вокзала. Мы снимали на Льва Толстого в начале. Это боковой вход. Это колокольня Иверского монастыря. Очень большой у нас женский монастырь. А мужской монастырь у нас на Ярошевского. На Ставропольской есть. И село Видновка. Там очень красиво. Там Анфиса была, снимала. Свадьба. Свадьба?
жених вон с невестой. Жених был этот. Да? Это жених? Да, а невеста в кремовом платье. Странно. Там он, видно, у нас польский костюм. Друзья, колокольня Иверского монастыря. Вон сам собор. Вход. У него несколько входов. Еще с другой стороны есть. И смотрим. Вот это вот весь забор. Все это монастырские стены. И Волга. Посмотрите, какая красавица. Вообще кораблики плавают. А здесь Пушкинский сквер. Он на возвышенности стоит. И если подойти к краю, то то прекрасный вид открывается. Смотрите. Пойдем подальше, подойдем. Покажем пивзавод. Вот это вот у нас называется Вилоновский спуск. И начало Струковского сада. Как раз слева, вон там заборчик уже, здесь начинается Струковский парк. Ну, сад мы его называем. Посмотрите. А вот это трубы Жигулевского пивзавода. Вы извините, если у меня тут не отключается что-то не вовремя. Вот, а это все монастырские здания. Вот, посмотрите. Колокольня. Потому что мне солнце бьет в глаза. Там он еще у них есть. Короче, очень большой. Очень большой у них тут место. Слава Богу, хоть осталось. Хоть не это, никто не приватизировал. Видите, какая красотища. Горка. Мы там ни разу не были. Вон Анфиса говорит, пойдем зайдем. Вот собор. Собор. А это, наверное, усыпальница какая-нибудь. А это трубы. Видно. Ой, пивзавода нашего знаменитого имени фон Лакана. И пиво у нас ни одной марки. Типа Жигулевская. К нам приезжают люди, заходят туда. У нас бар там на дне называется, дно. Берут единственное светлое пиво с надписью Жигулевская. Говорят, ну ничего особенного. А у нас их, я не знаю, сортов сколько. Почитать бы все сорта. У нас вот, например, любимый темный фон Лакана. Мы любим. Вот, посмотрите, такая у нас здесь смотровая площадка. Вот это уже Струковский сад начинается. Волга, Волга, мать родная. И вон пивзавод. Погода прекрасная. Градусов 22, наверное. Солнце светит. Правда, вот ветерок. Вот такая. Самара городок, спокойная я, спокойная я, успокойте меня. Приезжайте к нам, друзья. У нас очень красиво. Не пожалеете. Самолет. Ой. Самолет где-то летит, а я его не вижу. Вот такое небо. Где-то летит. Ну вот, друзья, мы спустились на набережную. Следующее видео. Пройдемся по набережной и поснимаем вам, что тут интересненького еще. Все, всем пока. Счастья, удачи.
Смотрите, какое яркое солнце, жарко. Любви, оставайтесь с нами. Всем пока-пока.